Важнейшее место в живописном наследии Дюрера занимал портрет. Уже в раннем портрете Освальда Креля Дюрер предстает как сложившийся мастер, блестяще передающий своеобразие характера, внутреннюю энергию модели. Соприкосновение с нидерландским искусством благотворно сказалось на творчестве Дюрера и привело к укреплению тех тенденций, которые наметились в его произведениях еще в последние годы перед отъездом в Нидерланды. Присущие некоторым работам 1500-1510 годов рассудочность и перегруженность символикой и аллегориями снова уступают место непосредственности чувства. Ведущую роль в живописи и графике Дюрера теперь начинает играть портрет. Сохранилось 4 живописных портрета, исполненные Дюрером между 1521 и 1528 годами. Портреты неизвестного Бюргера, нюрнбергских купцов Якоба Муфеля, Иеронима Хольцшуера и гуманиста Йоганна Клеберга. Почти половина дошедших до нас картин Дюрера портреты. Среди них автопортреты художника, портреты друзей, родных, портреты, написанные на заказ. Как правило, это поясные портреты, в половину натуральной величины, со слегка повернутой в сторону головой. Портретный фон в большинстве случаев нейтрален. На отдельных картинах он оживлен окном, за которым открывается пейзаж. Этот прием заимствован европейским искусством у голландских живописцев 15 века. Эти небольшие подгрудные портреты отличаются классической завершенностью, безупречной композицией, чеканностью силуэтов, эффектно усложненных очертаниями широкополых шляп или огромных бархатных беретов. Композиционным центром у них является данное крупным планом лицо, вылепленное тонкими переходами света и теней. В легкой, едва заметной мимике, очертаниях полуоткрытых или чуть изогнутых в улыбке губ, взгляде широко раскрытых глаз, движении нахмуренных бровей, энергичном рисунке скул проступает отблеск напряженной духовной жизни.